Хей, йоги, с вами Шмики, мы продолжаем родить игру по названию Fallen Angel, либо Падший Ангел. Короче, мы уже много всего, давайте я прочту божественный... богоподобный удар. Божественный удар Михаила. Прыжок на врага и удар божий мечом. Перезарядка 6 секунд. Но, подожди, я еще не прочел, что он дает. Осмотреть. Ах, Михаил, меч божий, которому поручено защищать жизни... Пресвятого. Наша схватка у подножия его пристала, сотрясла сами основания небес. Это твой удар низверг меня в озеро огненное. И все же я жив. А, это... То есть Михаил Люцифера, да, туда метнул? У Азраила повсюду были глаза. Он отлично знает царство несуществующего. И вот он. То и дело выскакивал из бездны и утаскивал моих воинов в невиданное. Против такой силы нам ни на что было рассчитывать. Так, подожди. Что-то мне еще дали. Предотвращает один смертельный удар. Затем ломается. Ну, пускай лежит. Если бы я мог больше вещей брать с собой. Если что, я, короче, нашел. Вот, получается, участок, куда мы не ходили. Чтобы вы понимали, от моей скорости атаки враги ко мне даже подойти не могут. Интересно, сколько я могу? Ну, допустим, здоровяк, да, наш? Ну, давайте один на один с ним. Все. Но у меня теперь очень большая скорость атаки. Ой, привет. Пипец, если я еще один предмет смогу найти на скорость атаки. Это будет имба. Так, от этого глаза, короче, нужно отекать только. О, нифига себе, там что-то лежит ценное. Сфера исцеления. Фрагмент чего-то там. Фрагмент данных. Открывает руны и врата. Осмотреть. Фрагмент данных перекликающий с другими фрагментами. Кажется, все три нужно активировать в правильные порядки. Надо попробовать взять их в руку. Посмотреть. Похоже, что это половинка ключа от каких-то ворот. Врат это, как в Айзеке, помните? Тоже есть два ключа. Левая часть и правая часть. Да ты шо? Ау. Вот этот бесит. Копье. Еще одна копье. Жалко, что она не стакается. Была бы довольно имбово, если бы она еще стакалась. О. В смысле? Зараза.
Пипец. Вот было бы интересно, как этих... Оу. Как вот эту вот херню убить? Нормально, 3 предмета нашел. 3 фрагмента. Фрагменты данные издают гудение. Наверное, они и есть ключ от этой двери. В смысле, их 5 штук? Ого, стопы. Никто не говорил, что их тут больше. Ладно, наверное, внизу были. Так, все, больше тут никуда идти. Так, больше некуда идти. Полететь, думаете? Ну, в принципе, попробовать можно, но куда? Да раз. Типа, я уже всех поубивал. Кого можно, я убил. А, ну ладно. Походу, не всех убил. Привычка на букву Е нажимать. Оу. А ты что там делаешь? Нифига я в воздухе вытворяю. Блин, ну я могу только один заход ударов сделать. А где еще могут быть? Надо здесь искать. Ну там написано 3 части. Фрагмент данный переключайте с другим фрагментом. Мне кажется, все 3 нужно активировать в правильном порядке. А, ну... Ну, правильно, 3. А что вы мне наёбаете, что их 5? Отмена. Раз. 2. 3. А-а-а. Теперь я понял. Но тут новый враг. Центральный темп. Ладно, пока что идем чисто влево. Так, ну я проход нашел, окей. Не забывайте то, что у нас... О, я как раз о тебе думал.
Пускай у меня лучше ХП будет больше. Воу, нифига, ты через текстуры прыгаешь. Стоп, а чё так медленно атакуешь? Мне кажется, либо раньше он быстрее атаковал. Так, это уже другая часть. Ау. Как-то... Если так, то много проходов. Ха, странно, смотрите. У меня несколько вариантов, куда идти. Так, это лифт. Ну блин, мне лучше, конечно, на лифте подняться, а потом уже пойду по правой стороне. Просто не понял, почему моя скорость атаки уменьшилась. Снова к садам. Mountains of Duty. А, и здесь я куда-то поднялся. Сады Японии. А, видите, вот теперь скорость нормальная, а то упала она как-то. Босс? Как я понял, такая у меня будет, да, замедлялка? Ну, замедлялка это очень хорошо. Типа, за одно замедление я могу много всего натворить. Но враг не очень приятный. Сука. Пидорасина. Пойдем налево. Очередной проход. Серый град. Серый град. Выстрел отскакивающих от поверхности снарядов, которые вскоре взрываются. Неплохо. Залп снарядом прожигает насквозь самую мощную ангельскую броню. Нул. Идеальное оружие против толпы врагов. Ага. Ну ладненько. Замедлялку будет следующую вкачать.
чары. Лысые чары. Ладно. Я подойду, когда все. Оу, что-то новое. Не. Стоп, это что такое? Бля, ну ладно. Да, вот теперь у меня моя скорость с вот этими лапками — это имба. Уворачивайся от атаки и просто имбашишь. Неплохо. А я могу, как говорится. Заебал. Так, там проход есть. Ага, идеально. Зараза. Так, куда я вообще оттепнулся? Это перед этим. Ага, значит, там еще две локации. Должно было быть. Так, ну что, тогда с ударной волны начнем. Потом захватим Японии, самураев. Плюс все враги такого типажа. Самурая. А, так я через стену вообще прилетел. Так, лагать можно перестать? Я понял, то, что мне туда идти. Я просто молодец, я перелетел через локацию. Ну что, давайте сразимся с самураем. Окраситель. Люцифер. Он же Деница. За твою голову назначена немалая награда. Так что я пришел по твою душу. Как так? Даже не подоздоровавшись с старым другом. Какая прелесть. Ну и каково оно, быть у Бога дежурным по школе? Вот здесь ты как раз и ошибся. Это я пришел по твою душу. Такого беззаконника, как ты, я другом не назову. Готовься, сейчас совершится правосудие. Вау. Подожди. Подожди немного, я не пойму, как тебе урон нанести.
Так, это у него защита. Бегу. Воу. Blade or bullet, how will you die? Типа я вышел из ринга? Ох ты ж юмор. Уф, похоже, что один... дни моего служения закону подошли к концу. Да, смилуйте над нами, боги. Архангел Акразил. Ну ладно. Осмотреть. Когда я добрался до тронного чертога Акразии, одиночный господин своих небес... Одиноличный господин своих небесных владений не стал полагаться на волю случая. Он легко изрубил мою царскую стражу. А почему пощадил меня самого? И по сей день не знаю. Так, отмена. Божественный дар окразило. Вращаясь по кругу клинки, наносят урон всем окружающим поблизости противникам. Перезарядка 14 секунд. О, что это за значок? Куда это мне показывают? Территория такая здоровая. Она такая должна быть? Она очень большая территория. Ой, тут еще один. А нет. Вход во дворец. А ну-ка. Посрать, погнали. Или закончить. Я такой, чтобы, конечно, закончить. Тун-тун. Уперхейвен. О, стоп, это же те же небеса, да? А, смотрите, это один и тот же проход. Ага. Так, отсюда где-то другой должен быть проход. Так, значит, сейчас мы от электроники. А смотрите, основа здесь, тогда я дверь локации пропускаю. Давайте тогда от электроники пойдем налево и посмотрим, что будет налево. Ну, это уже в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.